Досточтимые коллеги, друзья, участники нашего очередного заседания Дома ученых у Камелька. От имени всего сообщества Объединенного Домом ученых Тольяттинского опорного государственного университета я, Тараносова Галина Николаевна, президент Дома ученых и профессор, приветствую всех, кто сегодня с нами, кто сегодня на нашей встрече предновогоднего заседания, традиционно посвященного музыкальной теме. У Камелька вы, вероятно, уже все ассоциативно догадались, что это связано с временами года Чайковского, с его знаменитым «У Камелька», с зимними мотивами. Вот и у нас, у Камелька, очередная встреча. Мы очень благодарны вам за то, что вы сегодня с нами. Для нас это очень важно. Но прежде хотелось бы погрузить всех нас в общую атмосферу Дома ученых, завсегдатаем напомнить, а тем, кто с нами впервые, помочь воссоздать эту нашу эмоциональную обстановку. И прозаические описания здесь вряд ли уместны, и, наверное, лучше всего, так мне подумалось, воспользоваться давним посвящением нашего друга и обожаемой нами Татьяны Николаевны Платоновой из нашего Тольяттинского управления Министерства образования Самарской области. Так вот, она в своем посвящении, и мне кажется, наилучшим образом воссоздала эту атмосферу нашего общения в Доме ученых. Когда это было не виртуально, когда это было в живом общении, о котором мы мечтаем и которое, конечно же, скоро вновь наступит. Ну вот это посвящение. Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. В надежде робкой и счастливой мы в Дом ученых подались, где разговор о самом главном, где спор шумит, где жизнь кипит, где нас решенная проблема на подвиг новый вдохновит, и кайф, и драйв, и смех веселый в одном кругу, в один момент ученый муж, директор школы, артист народный и студент, чтоб стал ученый дом теплее, чтоб ТГУ богаче стал. Пускай вас любит и лелеет Михаил Михайлович Криштал, чтоб в славном городе Тольятти в наш смутный 21 век мы помнили, все люди братья, и дом есть, где хочу бывать я, интеллигентный человек. Под смех и шутки джентльменов в борьбе концепций и идей мы вырастим крутую смену ученых и учителей. И вот, набравшись окаянства и мудрости, в конце концов, в образовательном пространстве услышим будущего зов. Итак, я думаю, мы сумели себе вообразить, воссоздать эту обстановку Дома ученых. И что говорить о нашей очередной традиционной теме, предновогодней теме «У Камелька». Вот, на мой взгляд, по сути, эта тема сакральна, потому как здесь душа с душою говорит, поскольку ведь музыка – это вершинное проявление человеческого духа. И для меня, например, вот очень важен такой аспект. А как русский мир находит свое совершеннейшее выражение в музыкальной гармонии великих музыкантов. И совершенно органично мы сегодня пригласили на нашу беседу у Камелька Андрея Владимировича Шувалова. И нам трудно представить его в какой-то одной ипостаси, столь многогранна его музыкальная деятельность. Нам-то себе он однозначно так сказал: «Я учитель музыки».
Но мы-то хорошо знаем с вами в Тольятти, да и не только в Тольятти, что Андрей Владимирович, являясь художественным руководителем Центра молодежного творчества ТГУ, в то же время по своим занятиям он и учитель музыки. Но учитель музыки тут надо помнить и преподаватель фортепиано, и преподаватель теоретических дисциплин, и камерного ансамбля, и пианист, и композитор, и аранжировщик, и автор уникального, удивительного курса, который вот нам знаком и которым мы очень гордимся у нас в университете, который так называется «Любительское музицирование». Обращаюсь к Андрею Владимировичу. Прежде всего, с благодарностью за согласие сегодня вот украсить наше предновогоднее заседание, поскольку вот еще раз хочу напомнить, что оно носит музыкальный характер. Это всегда музыкальная тематика. Поблагодарить вас очень-очень и сразу задать вам вот такой вопрос. Вы закончили Тольяттинский политехнический институт. И потом так резко поступаете сразу в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова по специальности теория музыки. Почему такой резкий переход? Почему с технической стези вы переходите на творческую, гуманитарную? Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые те, кто смотрит нашу передачу. Ну, почему так резко? Не резко. В Питер я уехал, сейчас в 75-м я закончил политех, в Питер я уехал в 79-м. Так что 4 года. Вот. Ну и потом между гуманитариями и технарями ведь много общего. У нас же два полушария. Одно, так и назовем, техническим, а другое образное, эмоциональное. И вот игра на фортепиано, кстати говоря, содействует тому, чтобы они скоординировались в своем развитии. Вот эта эмоция – это правая рука, мелодия, левая – это наш аккомпанемент, наше знание. И тут очень это близко помогает многим, в том числе технарям. Ну, куда далеко ходить? Михаил Михайлович, он доктор наук, но он с музыкой не расстается и закончил музыкальную школу. Или, скажем, Эйнштейн тоже на скрипочке поигрывал. А химик Бородин вообще больше известен как композитор. Так что все это взаимосвязано. А уж кто кем станет, там, музыкантом или ученым, или, не знаю, может быть, даже спортсменом. Скажем, в Древней Греции там три было. Математика, спорт и музыка. Так, по крайней мере, воспитывали спартанцев. И это система Пифагора. Ну, а что касается меня, я вот после того, как закончил в Питере училище, поработал в одной деревушке, преподавал там все те дисциплины, которые их назвали. Потом уехал в Орск. В Орске работал в музыкальном училище, потом вернулся сюда, в Тольятти. Такой круг у меня получился через 10 лет. И здесь работал в музыкальной школе номер 3, в школе, где был преподавателем, директором Владимир Михайлович Свердлов. Ну, да и даже будучи студентом, я от музыки-то, в общем, не уходил, студентом политеха. Я аккомпанировал, солировал, играл во всякого рода ансамблях. Был, кстати, музыкальным руководителем вот здесь недалеко, институт в НИИ РУТ. И сейчас он театр «Колесо», а раньше был камерный театр. Я и там занимал должность какую-то музыкальную руководителя. А вот толчком, как вы сказали, к переходу в сферу гуманитариев. Я ведь поработал немножко мастером на заводе. И был такой случай, когда меня чуть не оттяпали руку прессом. Вот эту руку я мог быть без кисти. И вот это был, наверное, такой повод уже окончательный, что пора менять профессию. К тому же мне предложили за... Я тогда зарплату получал на электротехническом 108 рублей, работая в трехсменку. А ко мне пришли из ресторана «Лада» и сказали, мы тебе даем 400. Да еще с рукой я буду. Ну, конечно, я ушел в ресторан. А потом параллельно учился в музыкальном училище. И вот в 79-м, как я сказал, уехал. Тогда еще был Ленинград. Ну,
если мы говорим о моей вот этой музыкальной профессии, то давайте органично перейдем к видео, где я бы хотел, чтобы на этом видео показали моих воспитанников камерный ансамбль музыкальной академической гимназии. Многие из них не бросили музыку, а, скажем, вот сейчас вы видите, наверное, там Полину Назакинскую, она очень известный композитор, гремит по всей Америке и дает свои сольные авторские концерты. Это я вам объясняю, как играть, по каким листочкам.
Андрей Владимирович, да. Вы автор, как я уже сказала, уникального курса любительское музицирование. Как бы вы определили вот основную суть и содержание созданной вами методики обучения нотной грамоте? В чем ее эффективность, этой методики? Вот вы сейчас сказали нотной грамоте, а я, в общем-то, даю не нотную грамоту, а музыкальную грамоту. Это принципиально. Что такое ноты? Это средство передачи информации, ну, в данном случае музыкальной информации. Это всегда средство, ну, вторичное, первичное – сама информация. Вот я как раз даю, показываю, из чего сделана музыка, музыкальная информация. Вот, к примеру, ребенок идет в первый класс в обыкновенную музыкальную школу. Не в школу, а в обыкновенную общеобразовательную школу. Ну, он же владеет разговорной речью. Его там учат, как эту речь перенести на бумагу, прочитать или написать. А вот когда ребенок идет в музыкальную школу, он музыкальной речью не владеет. И надо вот именно с этого начинать, чтобы показать ему, как устроена музыка, и объяснить, что такое музыкальная речь. А потом уже ноты пойдут позднее. Вот можно я сейчас покажу на инструменте кое-что? Пожалуйста. Вообще музыка – это искусство звуковое. А звук – явление физическое. Это, если мы возвращаемся опять к физикам и лирикам. Так вот, Пифагор, когда изучал, это первый музыкальный теоретик, знаменитый математик и философ, он показывал, что если звучащее тело, оно в нашем случае будет струна, разделить пополам, то она будет звучать уже вот так. А если на третьей части, то вот так. А на 4, на 5, на 6, на 7. У меня вот образовался уже аккорд. Оказывается, аккорд никто не выдумывал. Он находится в природе физического явления, как звук. Вот ребенку нужно это показать. Поставите тут левой рукой аккордик, а в правой там такой вот домик. Не видно сейчас отсюда. А правой рукой погонять жильцов в этом домике. А если я сейчас буду использовать вот эти точки, видите, здесь все знания. Вот в таком движении, а в правой запущу какую-нибудь мелодию, ну, например. Или. Вот видите, я играю различные мелодии, даже с аккомпанементом, передо мной нот никаких нет. Я просто понимаю, как устроена музыка. Вот я думаю, что вот в этом-то, может быть, хоть она никакой не секрет, это естественно. У нас же инструмент гармонический, почему-то мы только мелодию на нем даем, а музыкальной надо в школе давать и гармонию. Мелодию, в конце концов, может любой из нас спеть, даже не обучаясь в музыкальной школе. А вот что делать с другими звуками, как их гармонически организовывать, вот это, в этом и есть моя методика. Благодарю. Ответил? Благодарю, Андрей Владимирович. Могу переходить? Да, будьте добры, потому что я готова вам задать следующий вопрос. Давайте. И вот какого рода. В одной из статей мы прочли о вас, цитирую, «Есть множество педагогов от Бога, но встретить их в обычной жизни крайне трудно. Андрей Шувалов является одним из лучших преподавателей основ игры на фортепиано для любителей». Цитата закончилась. Да и мы гордимся в университете уникальными фортепианными классами. Вот вопрос, в чем их оригинальность? Почему они столь популярны?
Вот вы сейчас прочитали, я вчера залез в YouTube и увидел гневный комментарий на один из моих уроков, видеоурок. У меня видеоуроки выставлены, что я никогда не буду преподавателем, и меняй профессию, и так далее, и тому подобное. Теперь по поводу фортепианных классов. 19 век, Россия, бум, расцвет игры на фортепиано. Люди просто стали с ума сходить. Они же дорогие, эти все инструменты. Тем более из-за границы завозят. Выписывают музыкальных фортепианистов, учителей на фортепиано. А если гувернеров берут для воспитания, но чтобы они обязательно, кроме языка, еще владели игрой на фортепиано. И я вот прочитал выдержку из газеты 61 год, «Московитянин». Там было написано, что молодому человеку было стыдно признаться в том, что он не играет на фортепиано. Так же, как, кстати, и не танцует. То есть игра на фортепиано была непредменным условием самого обычного воспитания молодого человека. Вот. Но настолько это далеко пошло, что братья Рубинштейны организовали в 62 году две консерватории в Москве и в Санкт-Петербурге. А параллельно шли вот эти вот домашние музыкальные занятия. Да я к чему это говорю? Раньше консерватория – это был 10-летний годичный цикл. Туда приходили маленькие и уходили уже взрослыми юношами. А после революции консерваторию разбили на три части. На музыкальную школу, на училище и на верхнюю ступень саму консерваторию. Так вот, консерваторию принимают очень одаренных, естественно, детей. Наверное, Шостакович, по-моему, пошел то ли 8 лет, а ушел оттуда уже взрослым юношей, закончив ее. А может быть, я ошибаюсь, может быть, 9 лет. То есть отбор был серьезный. А параллельно шло любительское музицирование частным образом. Так вот, при советской власти это здорово, что музыкальные школы были повсюду, в любой деревушке. Я в такой же работал, в одной из таких деревушек, в такой же музыкальной школе. Там, помню, было бревенчатое здание деревухов, такие половицы с дырками, и рояль стоял, и печное отопление. Я ходил там топить печку. А тут поезда пролетали, Ленинград, Мурманск. То есть консерватория получила возможность со всех глубинок собрать себе удивительных, талантливых детишек. И это все здорово. Но вот куда делись любители? Ведь в музыкальной школе туда, в консерваторию, попадает 3 человека из 100. А остальные 97 не тянут. Программа-то консерваторская осталась. Этюды, инвенции, полифония, гаммы и так далее, упражнения. А вот этого любительского свободного музицирования, оно часто вот назвать было запрещено, частное преподавание, его не осталось. Вот я решил возродить с помощью Итальянского государственного университета это направление под названием любительское. Кстати, оно, фортепианные классы ведь были и в царских университетах. Они назывались и фортепианные классы, и музыкальные классы. И одним из них даже, один из них курировал Сергей Васильевич Рахманинов, входил туда в попечительский совет. Так что это, они существовали. Просто мы возродили эту традицию в царских университетах России. И это очень здорово. Мы, по-моему, единственный ВОЗ в этом направлении. Да. Вот мне по ассоциации вспомнилось, помните, у Чехова в Ионыче. Ах, это тот самый дом, где на фортепианах играют. То есть это был некий отличительный признак. Андрей Владимирович, у меня вот такой вопрос. Всему миру вы известны как талантливый аранжировщик. Почему столь значима для вас эта сторона музыкальной деятельности? Ну, знаете, чем аранжировщик отличается от композитора? Композитор аранжирует свою идею музыкальную, там, гармонию, мелодию, а аранжировщик – чужую. Вот он является аранжировщиком. Вот мне в связи с тем, что я уж организовал этот учебный курс любительского музицирования, мне пришлось создавать свой собственный репертуар для этих самых учеников. Они очень хотели играть ту самую музыку, которую они вот тут вокруг слышат. Я закончил когда музыкальную школу, я играл Баха, Бетховена, Рахманинова, Шопена, но я не мог сыграть Битлз, вообще не понимал, что это такое. Вот. Потому что я уже объяснил, почему у меня
ну, не так учить надо было. Поэтому естественным образом я делаю свои приложения вот этих популярных мелодий. Звучат ли они в фильмах или это какие-то песни бывшие. Вот я из популярных песен делаю фортепианные пьесы, которые можно удобно сыграть на фортепиано. Мне многие спрашивают, зачем ты это все делаешь? Ну, Пахмутова и нежность, ей уже 60 лет, а почему твои ноты по всему интернету летают? Знаете, что я отвечаю? Вот, я сейчас смотрю на нашу обувь, у кого-то кроссовки, у меня тут ботинки, у кого-то шлепанцы. Вот, я говорю, ну вот, может быть, там какие-то шлепанцы, а я вот делаю модельную обувь. Хотите шлепанцы, берите, хотите модельную обувь. Ну, это я шучу, конечно. Андрей Владимирович, с особым пиететом я сейчас произношу: Андрей Шувалов, композитор. Вот скажите, пожалуйста, что отличает вас как композитора? Что побуждает к музыке? Что вдохновляет? И одновременно, вы признались, что вашим любимым произведением является прелюдия и токката для виолончели и фортепиано в исполнении Дмитрия Волкова и Романа Шувалова. Как бы вот и эту сторону вопроса, это вы объединили и как бы ответили на этот вопрос? Ну, насчет сочинения. Еще раз я говорю, что я, в общем-то, учитель музыки. И, кстати, мои ученики, поскольку я объясняю, как сделана музыка, сами сочиняют. И потом на бумаге записывают, дарят своим там подружкам или друзьям. И тем самым осваивают нотную грамоту через письмо. А подружки, чтобы сыграть это, ну, да, нужно освоить эту грамоту через чтение. Это я сейчас вернулся опять к своей основной деятельности. Ну и мне самому пришлось интересно что-то такое сочинять. Но я это начал делать только после того, как познал теоретические и гармонические основы музыки. Хотя первая моя песня была сочинена в 9 классе на стихи Есенина. Она где-то есть в интернете. Она есть в интернете, да? Их там две. «Мир таинственный» и «Я покинул родимый дом». Вот. Там целая история была, как вызвали к доске рассказать «Мир таинственный» Есенина. У меня с памятью вообще плоховато, особенно на стихи. А здесь у меня торчит мелодия в голове. А мне нужно рассказывать прозой, без всяких мелодий. Мне приходилось мгновение раньше представлять, как она поется, а потом проговаривать слова. Вот. А Есенин тогда был еще и запрещен. И это было такое внеклассное чтение. Вот. Так что музыка, сочинение музыки для меня это совершенно не основное. Уж как было, так оно и было. А что касается Димы Волкова и Ромы Шувалова, ну, это просто великолепные музыканты. Когда они сыграли мое произведение, конечно, оно мне очень понравилось. Ну, а то, что оно сейчас позиционируют как любимые, нет, конечно, у меня полно других любимых. И я думаю, когда мы будем показывать нарезку как композитора, там, кстати, нету этого произведения, а зато там есть скрипичная концертина, вот оно мне тоже очень нравится. Ну, это невозможно, это же пьесы композитора, это его творение, это дети какие-то, которые один лучше, хуже не бывает. Все они мною любимые, вот. Можно посмотреть на экран и послушать, что там сейчас будет звучать.
сегодня у нас премьера. Андрей Шувалов, концерт для... Thank you.
счастье. Слова Ольги Кочетковой, музыка Андрея Шувалова. «Самый счастливый» исполняет сводный хор музыкальной академической гимназии. Дирижирует автор. Поэма памяти Сергея Жилкина «Ми минор» в трех частях. Какие-то аранжировки, Андрей Владимирович, вы могли бы показать сейчас? Ну, давайте вот посмотрим две фортепианные пьесы. Одна, ну, все знаете эту песню Шарля Азнавура «Вечная любовь», вот фрагментик, и Розенбауна. Thank you.
Андрей Владимирович, вы как-то о стихотворном творчестве так, дескать, не очень запоминали стихи. А я вам как филолог скажу, что когда я увидела ваш поэтический текст, где вы раскрываете свое жизненное кредо, я вам скажу, что это написано не без таланта. И я бы хотела, дорогие друзья, вам процитировать. Итак, свое жизненное кредо Андрей Владимирович определяет написанным стихотворным текстом. Вот он. При всех достоинствах иных сильней всего остаться человеком желал бы я. В борьбе с суетным веком души природу сохранив. Так вот, не могли бы вы прокомментировать, Андрей Владимирович, смысловую основу вашего жизненного креда? По поводу литературного таланта. У меня дед писатель, член Союза писателей. Дядя, родной его отец, известный кино- и театральный режиссер. Так что это, наверное, гены сказались. Конечно, гены. Ну, это уже взято из сети, из ВКонтакте, эта фраза. Ну, что я могу здесь сказать? Там вообще-то все сказано. Мне встречалось общаться с людьми, которые говорили так. Мне не нужен человек, мне нужен профессионал. Ну, вот тут я как бы не соглашаюсь, потому что если человек не очень хороший, то вряд ли там из профессии что-нибудь не все получится. Раз уж Боженька тебя таким родил, так ты уж оставайся таким, с такой же душой, каких бы ты там высот не достал, и не обращай внимания на эту суетную жизнь, которая вокруг нас творится. Ну, вообще-то там все сказано. Я не знаю, как еще пояснить эту фразу. Я бы еще хотел сказать про студию любительского музицирования. Когда мы ее создавали с Сергеем Федоровичем Жилкиным, мы полагали, что это будет некая площадка для любительского музицирования всех. То, что у меня там проходит фортепианный класс, это одна из частей. А так на ней могут музицировать кто хочет. Вот в свое время музицировали студенты, которые владели скрипкой, виолончелью, фортепиано, флейтой. Вот давайте посмотрим, у нас тогда в то время существовал камерный ансамбль ТГУ. Да, вот да, давайте да. Посмотрим несколько пьес из его репертуара. С удовольствием. Thank you.
Досточтимые коллеги, участники нашего предновогоднего традиционного музыкального заседания «Камелька». Завершая нашу беседу с Андреем Владимировичем, я бы хотела выразить полную уверенность, что и вы разделяете вместе со мной горячую благодарность Андрею Владимировичу за эту беседу, что вы так же, как и мы в Доме ученых, гордитесь нашим прославленным музыкантом Тольятти, что вы сегодня, так же, как и мы, духовно обогатились, что прирастили какие-то очень важные для вас смыслы. И так не хочется сегодня расставаться. И я уверена, что наши встречи вам интересны, что вы и вновь будете участниками пока еще виртуальных наших заседаний. А пусть таким памятным знаком о нашей встрече и материальным выражением нашей благодарности послужит вот такой сувенир для Андрея Владимировича. А мне очень приятно поздравить вас с наступающим Новым годом. Вот под прекрасные звуки и пожелать вам, чтобы и впредь наши заседания продолжались, чтобы мы были интересны друг другу, чтобы это общение нас с вами действительно обогащало. До новых встреч, друзья!